Ребят, всем привет, с вами канал Лидеры Нонлайф. Сегодня рассматриваем бюджетную колонку. Просит бюджет до 5000 рублей. Мы к вам подготовили 10 колонок, они постепенно сейчас буду обзор на них делать. Эта модель называется 6205ZQS. Она имеет два динамика, проводной микрофон, функцию ТВС и пульт дистанционного управления. Давайте включим ее, послушаем, посмотрим, что идет в комплектации. Да, еще по характеристикам. У нее два динамика 6,5 дюймов. Это как у колонки JBL PatiBox 100. Два динамика по 15 Вт. 3000 мА аккумулятор. Высота она 50 см. Ширина-глубина по 22 см. Цвет черный. Ну, давайте посмотрим, что она себе представляет. А, ребят, и забыл, самое главное, это ее цена. Она стоит всего-навсего 3000 рублей. Ребят, вот так вот она выглядит. Ну, к этому сейчас вернемся. В комплект поставки вот входит проводной микрофон, зарядное устройство на микро-USB, пульт дистанционного управления. Обращаю ваше внимание, что микро-USB вы можете зарядить ее на природе от обычного пауэрбанка. Это очень здорово и удобно. Вот так вот она выглядит вблизи. Динамики закрыты металлической сеткой. Сверху все управление. Разъем под проводной микрофон. Включение-выключение колонки. Микро-USB вход для зарядки. USB 2.0. Micro-SD вход. AUX. Есть радио FM приемник. Давайте включим, послушаем ее. Сама она классно отыгрывает. Причем обращаю внимание на стоимость, ребят, 3000 рублей. Отправляем по всей России, Почтой России, транспортными компаниями. Послушайте в наушниках, реально звук хороший, насыщенный. Вот такое классное насыщенное звучание. Я обращаю внимание, что стоит она 3000 рублей. Ссылка на колонки будет в описании к видео. Также вы можете обращаться к нам по номеру телефонов, который вы видите на экране. Пишите свои комментарии, как вам звучание, понравилось, не понравилось. Стоит ли делать еще такие обзоры. Если понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.